Всем привет! Сегодня 24 августа. Еду с рыбалки. Жара, 28 градусов температура. Иртыш вообще спокойный. Ни ветерочка. Березки стоят, лист не шелохнется. Безветрие полнейшее. Давление просто сумасшедшее. 1020 баров. 1015 уже высокое. Уже как бы на белую рыбу. Есть, ясь. Влияет плохо. А тут 1020. Рыбалка, ну я бы не сказал, что плохая, нормальная. Поймал я 9 штук. Если первый раз я приехал на это место, то муха путешественница, короче, сейчас оттуда доедет до Омска со мной. Амичка будет. Если первый раз я был там с супругой на этом месте, поймал я 29 штук. Потом через недельку мы поехали с друзьями, я поймал 19 штук. Тут магия чисел, да? Как получается. Поймал 9 штук. Ну, выплыли уже, это самое, к обеду поближе. Ну, сейчас кофе попьем, мы опять заплывем. 10-ю поймаю, там 11-ю поймаю. А вылезли, кофе попили. Эдди говорит, о, поехали домой. Жара такая, духота, невозможно. Ну и все. А одному неохота было оставаться там 9-ю, 10-ю ловить. Вернее, 10-ю, 11-ю ловить. Собрались, помыли лодки, поехали домой. Вот едем домой, я рассказываю, что было. Приехали мы вчера. Накачали лодки, заплыли. Понаготовил я тут себе резины свежей. Прошлый раз, не 3 назад, 4 вот на эту вот ловилось хорошо. Такой вот шекер. А вот это вот я сейчас вот понаготовил на сегодняшнюю рыбалку. Вот, копыто вот такое зеленое. Вот это вот от Димы. Самодельное. Вот это вот. Варуна, арбуз такого вот исполнения, тоже от Дмитрия. И вот такой вот беленький хвостик, красный. Ну, вот такой вот расцветочки копыта. Ну, вот сейчас вот будем это кидать. Посмотрим, что будет работать. Пандора от инстинкта работает хорошо. Ну, надо, если двойничок, надо такой подбирать, чтобы потолще был. Сходы есть. Вот эта пандора работала. Прошлую рыбалку наконец-то мне удалось разловить вот эту мандулу. Ну, у меня их штуки 4, наверное, или 5. Разные расцветки. Вот Билайн, там потом российский флаг есть. Прошлую рыбалку разловил. Ой, блин, нахваливают ее. У меня что-то с ней как-то не клеится. Ну, ладно. Включаем электродвигатель и становимся на точку. Попробуем на глубину. Оп, упала. 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 Опа. Так. Пи-пи-пю, пи-пи-пю. Когда разочек позарится, она потом догоняет, не оставляет. Такое часто бывает на этом месте. Надо переплыть, сменить.
Я сижу, наверное, час. Две штуки взял. Три схода было. Прокатил мал-мал. Сошли. Так, поиграть. Тоже бывает как-то полезно постучать. Тактизируется, что ли, если идет следом вот так постукать по дну. Да, она бывает бьет. Иртыш тихий-тихий, лучше бы какая-нибудь волна была бы небольшая, рябь хотя бы. Он как спокойно. Эдик вон впереди стоит. Вот так, кстати. О, у Эдика что-то там есть, подсачек готовит. Первая рыбка, наверное, воюет. Вот так вот встанем, не будем мешать. Все, в подсачек принял он, да. Ну, двушечка, наверное, есть. Издалека видать. Так, вот так вот мы спустим ее. И вот так вот на этом. Ясно. Мотовильца сделал себе, чтобы не болталась веревка. Удобно. С мотовильцем удобно. Так, ну что. Тара гремит в ведре. Сидушки. Эдик, поздравляю вас. Спасибо. Спасибо, Владимир Леонидович. Какая по счету? Молодец. Невозможно без любви. Ага. Веселый мальчик. Пан Станиславович. Песенки поет. Настроение поднялось. Рыбку поймал. Тишина какая, да, Эдик? Красота, прям бабье лето какое-то, блин, в конце лета нашего сибирского. Угу, тынц, упала. Тынц, упала, так, там так, чуть-чуть. Зацепчик был небольшой. Какая-то неровность на дне. Да. Вечереет. Оп, есть. Опа, 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 опа. Опа, опа, опа. И ты сюда. Эх, а у меня тут презентация на коробке. Ну, сейчас посмотрим, что там такое нам влетело. Сейчас посмотрим, что влетело нам тут такое. Если подымем, ну, неплохая. Так это... Завели. Завести завели. Теперь главное, что? Чтобы она дырку не сделала в этом сучке. Оп, иди сюда. О, отчутилась. Воюет, прыгает. Прыгает. Воюет, прыгает. Так. Воюет, прыгает. Отщепилась со скин. Так. Сейчас мы ее взять возьмем. Ну-ну-ну-ну. Мордочка запутала. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот чем вот этот как бы хорош. Ящик. Вот она прыгает, а ничего не пачкает. Так. Так. Так, ну вот. И соплей мало.
Так, ладно, это я потом вытащу. Вернее, освобожу приманочку от этого. Освобожу, а рыбка вот такая вот. Сопливая, правда. Ну что, так. Двушка есть. Двушка есть. Так, сейчас мы ее прицепим. Ой, тут мне Борисыч говорит, у братьев Щербаковых как на кукан правильно насаживать рыбу. Надо, говорит, протыкать и вверх, и низ. Я обычно протыкал только ей нижнюю челюсть. Нижнюю челюсть и отпускал ее. Блин, неохота так это самое. Загнать руки. Но он говорит, это я неправильно делаю, потому что рыба так как бы задыхается, не задыхается, а рот открытый. Течением ей в рот несет всякий песок. И он говорит, правильно насаживать на кукан рыбу надо за две челюсти. Вот сегодня попробую на две челюсти засаживать ее. Купил на рынке рыболовном в торговом городе магазинчик, но я еще потом расскажу, что я там еще купил. Новую сеточку. Новую сеточку. Та у меня уже все латанное, перелатанное. Купил новую. 200 рублей стоит. Но это как бы пока она у меня целая. Пока целая. Непоротая. Посмотрим, сколько она рыбок выдержит. Вот так вот ее прикроем. Вот так положим. Ну что, будем продолжать дальше рыбачить. Так, что-то я закрутил, завертел. Как-то так закрутил, завертел. Все. Все. Ну что, в путь. Ну, уже как бы весело. Уже как бы хорошо. Уже как бы не болт с гайками. Чё, Эдик, вторая? А, ты ту еще на кукан садишь? А, понятно, понятно, понятно. Понятно. Ну, чё? Производственные издержки. Ничего не поделаешь. Такая наша жизнь. Тяжелая рыбацкая. Чего ты там ругаешься? Да, спокойно сегодня денечек. Вообще спокойно. Наверное, вечером комара будет. С ветром бы его сдувало. А тут ветерочек. Ну вот, пошел маленько ветерочек чуть-чуть. Тоже хорошо. Обдувает. Так не так жарко. Солнышко садится. Приехали с ночевой. Завтра с утра еще и завтра день. Ну а там видно будет. Взяла, вон туда бросил, взяла, сошла. Сошла. Ладно, повторим. К берегу и маленько под углом. Так. Ну там у берега помельче. Рыбка стоит. Помельче. Ну, как-то, может, там и хорошая быть. Было, было случай, что в сторону берега шестерочки брали. Несет, несет. Чё ты там ругаешься? Ругается, что-то. Он культурный человек, но почему-то ругается. Иногда. Что, не хочет заходить? Ну, молодец.
Так, а ворона арбузная, хорошенькая. Двушка есть однозначно. Даже больше. По трешку. Не хочет что-то, не хочет. Не хочет что-то. Так. Не хочет. Вот камешек какой красивый поймал. Весь выеденный водой. Вот этими всякими там моллюсками. Вот этому камню, наверное, 3-5 миллиона лет. Где-то так. Так, вот это или вот это? Угу. Давай-ка вот это вот, такую, не зеленую, а лимонную попробуем. Попробуем лимонную. Так, 26 грамм. 26 грамм. Лимон, 26 грамм. Однако! Пум-пум. Так, там где-то у нас такой есть кустик нехороший. Зацепчиками. Как на него не попасть. Па-па-па-па-па-па-па. Да, ну вообще ничего, вечерок. Бывало и хуже. Бывало за вечер одна. А тут уже четыре. Что там? А? Ну, перекись водородов. Так. Что-то там такое. Интересное. Было. Тишина какая, а? Не ветерочка. Не щучья погода. Да, Эдик? Что? Я говорю, не щучья погода сегодня. Ну, вроде бы как для вечерней зорьки. Неплохо. Поймал я 4 штуки. Такая щука. Кило. За кило полтора. И двушечки там с небольшим. Две штуки и две поменьше. Ну, то есть, ну нормально. Утречком будет получше. Встанем пораньше. 4:30 встали, кофе попили. Выплыли. Ну что, и нет, и нет, нет, и нет, нет, нет. Место сменили, поискали, поплавали там туда-сюда. Вот. По Иртышу несет какую-то траву непонятную. Просто вот зеленую траву. Такое впечатление, что в соседнем братском нашем государстве косят сенокос там у них, что, саксовул они там собирают или ничего. Вот. Просто перекати поле по Иртышу плывет. Что там еще? Трава вот просто зеленая, которая такая вот. Палки какие-то плывут. Ну, что-то или сбросили воду, или еще что-то. Короче, все против рыбалки. Температура страшная, 28 градусов. Давление высочайшее. И еще вот вода с какой-то вот мутью фиговиной. Не знаю причину. Молодец. Небольшенько. 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 Такая грамм 700, наверное. Грамм 700.
Уже не знаешь, что и поставить. Что-то как-то сегодня не очень, чтобы очень. Да елки-палки. Через одно место. Пальцы не работают. Так. Это разбито уже все. Задница у меня. Передница у меня. Да что ты? Да что ты? Еще вот этого попробовать. Так, ладно, попробуем. Ах ты, блин. Вот это да. Ну ладно. Можно сказать, по-честному поймал. Ух ты, ну ладно. Так, сейчас ее на кукан насажу. Все, детенышей ловите, да? Мы таких на живцов садим. Не, жареная она нормальная. Косточки грызутся. Нифига себе. Мама, папа, кто там еще? Кто там еще? Тихо, блин, не хватает мне. Фу, ну так, буду отцеплять сейчас. Пока выключу камеру. Два завроса, две штуки, и хорошие. Ой, мама.
Как тут быть-то? Зараза. Да елки-палки. Не хватает ни рук, ни ног. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сошла. Не хватает. Палки не хватает. Водяну сейчас. Да что ты, блин, ну, заруливай. Зарулила. Фу, зарулила. Вот, иди сюда сейчас. Так, ну что, буду опять вытаскивать. Выключаю камеру. Буду вытаскивать из жабры. Не такая уж небольшая, бля. Для течения просто тут. Давай, подходи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подошла. И отчепилась. Ой, еще уйди, ага. Отчепилась сама, молодец. Небольшенькая. Небольшенькая такая. Грамм 800-900. Ну, бойкая. Ну, что ты тут натворила-то? За усы-то свои попала. Размер такой влез. Так, вот этот вот копыто такое зеленое. Груз 34. Думал, что побольше, так, по ощущениям побольше. Такой грузик чебурашка разборная. Вот 9 штук наковырял еле-еле. Щука такая вот с утра. Там тоже где-то подушечку 1,5 килограмма, мелочи не было. Вот. И такие 2,800, 2,600. Все вот. 4 вчера вечером и 5 сегодня. С 5 где-то до часу, наверное. Нет, до 12, наверное. Потому что мы кофе попили. Давай собираться потихоньку. Лодки помыли. Шмотки уложили в машины. И вот еду домой 3:30 время. Ну вот, пожалуй, все. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всем до новых встреч. Всем хороших рыбалок. Пока.